поняла, где сдача 50 рублей? Так я подумал на чай. А ты не обоссись, столько чая пить. Тетя Оля приехала, чтобы вертеть Москву. Ой, ну у вас в Москве даже, чтобы в СИЗО попасть, пробка. И вертела она этот гламур. Чего? Вы здесь все балованные. Низкокалорийный торт. Фу! Торт должен наказывать. И тусовку эту столичную. Скажи мне, я тебе скажу, это... Она тоже вертела. Я вчера как чиханула, да так громко, что кондиционер включился, да? Сеструха. Вы знаете, какое тут все дорогое? Вот, вот это кресло, пол лепехи стоит. Я когда телевизор смотрю, не до конца в него сажусь.